Быстрее, выше, сильнее и моложе. Бокс для меня в первую очередь это соревнование, способ проявить себя. Дело моей жизни. Ломаем стереотипы. Боксер – гимназист. Он учится в классе с повышенным уровнем изучения математики и английского языка. И борец – хрупкая девочка. Тяжело ли мне заниматься борьбой? Сами подумайте. Я же девочка. Когда в 15 тебе уже нет равных в стране. Я сегодня один из самых лучших борцов в нашей стране по своему году и в своей весовой категории. А впереди только олимпийские высоты. Посмотрите, Новиков будет олимпийским чемпионом. Молодость не зелена, а время ярких побед. Хотя ему всего только 15. Считайте, полжизни занимается уже своим любимым видом спорта. Маленькие, но уже покорившие большие старты. Мастер-класс по единоборствам от поколения BY. Смотрите в понедельник, сразу после панорамы.